Спаси Господи, братья и сестры, за молитву. Будем помнить, что мы молитвой живем, потому что молитва – это то, что возрождает наши души, то, через посредством чего благодать Божия входит в нашу жизнь. А без благодати Божией мы с вами не сможем понести свой крест. Никто в этом мире не может понести свой крест без благодати Божией. И благодать, она или есть, или ее нету. Третьего не дано. Поэтому, а там, где благодать есть, там она в нужный момент обязательно сработает. Господь укрепит, Господь вразумит, Господь защитит. Мы на литургии молимся, прося: спаси, заступи, сохрани нас, Боже, свою благодатью. Ну а там, где благодати нету, там с человеком может случиться что угодно. Поэтому дай Бог в это сложное, тяжелое время, в это время, можно сказать, исповедничеством, чтобы мы были под благодатью. Аминь.